Молчу на Ирягород. Духом белым Марсель уральский метели тела несущих злодетелей. Пришли на виски, суки в руках, тысяки из-под куртки бартаки. Искать мы басики, появляются такие с языком длинным, как и зверям человека делают наркотики. Желал здоровья и пришел забрать его, где мать его не хамили и не оскорбляли мать его. Отношения рождают отношения, он начал их с удара ножом облачей. Жень, пацаны с вискаря хорошели, в шею бы не зашили, но слава богу здоровы и живы мы. Валера валяжный, мне ревется уверенно, ногами топтали по ним, как по проспекту Ленина. Белый снег, словно мягкая постель, ложитесь, суки, вам врачей везет газель. Северо-восточным ветром велом, жизнь, картина 3D со звуком стерео. Закрывай руками уши, веками глаза, и все же вижу этих псов, слышу их голоса. Валеру встречали из Израиля, из тюрьмы встречали Ираиля. Жека был в Северной Осетии, а там как на самой страшной кассете. А я тут долдую, дуть буду косяки. Замыр из-за каждого человека, не молится в темное небо, но не слышит ответа. После этого рэпа на душе теплое лето. Умбра, Фила, Лота, три пацана стоят, ждут кого-то. Вместе с ними карабкаемся из болота. Пишу письмо и назову его «Наша свобода». Иду в руках дурь и легкие деньги. Мы же как кинули барыгу, купили печеньки. Чай, заводи печали, поставь на печь. Ты можешь сесть, ты можешь лечь. Пили водку, а нашой пускали колечи. Кристина писала фисты, рисовала сердечки. Жизнь непредсказуема и разнообразна. Строил планы на завтра и делал это напрасно. Обстоятельства меняют обстановку, затем душевную постановку. Выхожу на остановку, эти ноги не дают голове покоя. В коем-то веке я выйду из-за поя, задую не часть общественного устоя. Люблю свое гетто, волчинайское, простое. Ты понял про что я?